Всем привет, с вами Мистер И, не забывайте подписываться на канал. Сбербанк начал доставлять россиянам посылки. Сбербанк запустил проект по доставке и приему посылок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Отмечается, что речь идет о пилотном проекте. В рамках него посылки можно будет отправлять только в 3 отделениях Сбербанка в Москве, а забрать в постаматах и пунктах самовывоза по всей России. После его завершения руководство банка рассмотрит вопрос его масштабирования. Отвечать за проект будет подразделение Сбербанка «Сберлогистика» и его руководителя Сергей Малышев, ранее работавший заместителем бывшего главы Почты России Дмитрия Страшнова. В Почте России он отвечал за посылочный бизнес и экспресс-доставку. Запуск логистического сервиса в конце мая анонсировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Он говорил, что кредитная организация собирается тестировать тему и признавал, что несмотря на стремление Сбербанка быть цифровой компанией, часто есть ситуации, где мы не можем не быть в физическом мире.